принципе взращивания людей. Первое. К римлянам, 13 глава, 7 по 10 стихи. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому шесть, шесть. Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Взаимной чего? Значит, мы все должны. Мы все должны любить людей. Ибо любящий другого исполнит закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Любовь, любовь. Взращивание людей – это доказательство нашей любви. Что может мотивировать нас вложить себя в людях, тратить время на людей, помогать людям состояться? Только любовь. Если вы ходите в любви, все, вы исполнили закон. Поэтому стоит любить. Стоит вложить себя в людей. Стоит любить людей. Стоит поднимать людей. Первый принцип. Взращивание людей. Цените людей. Цените их. Видите людей как сокровища. Видите людей как ценности. Видите людей как Божие вложение. Как то, за кого Бог умер. Как те, за кого Бог так возлюбил себя, что отдал сына своего. Видите людей как ценность большая. Самое большое образ Божий. Подобие Божие. Однако, чтобы уметь или быть способен ценить людей, вам надо работать над своим отношением. Ценить людей – это во многом иметь отношение, как ты относишься к ним. Чтобы ты мог ценить людей, тебе надо будет работать над своим отношением. Потому что ценить людей – это не в голове. Это то, как ты реагируешь к ним, как ты реагируешь на их поступки, как ты оцениваешь их, их действия, это все будет отражаться. Будешь ли ты ценить людей или нет, зависит только от одного. Принимай решение сейчас, менять твои отношения к людям. Вы знаете, какие бывают отношения к людям? Самое первое, критическое. Какое твое отношение к людям? Критическое. То есть, ты можешь видеть человека, и первое, что ты... Что тебе приходит на голову, это критиковать их. Что-то они не так делают. Или не так выглядят. Какое твое отношение к жизни? Критическое или утверждающее? Второе отношение это утверждающее бывает. Как ты относишься к людям? Первый раз, как ты видишь их. Первое твое отношение, что первое приходит в твое сердце? В отношении к людям, когда ты сталкиваешься с ними. Критиковать их или утвердить их? Какое желание приходит в свою душу? Выявлять что-то у них не то, что не то? Недостатки у них? Или, наоборот, стараться находить чем-то, чем ты можешь их дополнить? Комплименты делать, утверждать их, ободрять и так далее. Достоинство в них пошекнуть. Это всегда такие отношения у нас все. Либо одно, либо другое. Критика или утверждение. Теперь ответьте мне на такой вопрос. Если я говорю, что самый первый принцип взращивания людей – это ценить их, и я говорю, что чтобы уметь ценить людей, значит, нужно менять отношения. Значит, какое должно быть правильное отношение, чтобы быть успешным в взращивании людей и ценить людей? Какое должно быть? Утверждающее отношение. Оценка. Утверждать. Менять, пошекнуть, поднимать. Это моя судьба. Это мое призвание от Бога. Это мое призвание как проповедник. Это мой закон от Бога. Заповедь одну даю вам. Любите. Я должен любить. Я не могу критиковать. Я должен утверждать. Даже если я вижу отрицательное, я должен спросить себе, что мне делать, чтобы помочь. Чтобы исправить. Чтобы... закрыть, чтобы понять. Любовь покрывает множество грехов. Следующий принцип взращивания людей – это посвящение людям. Если вы хотите взращивать людей, вам необходимо посвятить себя им. Посвятить себя им.
Вы сможете получить пасторскую заботу, посвящение, внимание. Через посвящение вы сможете получить внимание, заботу и сердцебиение пастора. И кровь может течь, циркулировать до вас, по всему организму. Посвящение. И если вы действительно хотите кого-то понять, вы не можете поднимать людей только проповедуя им по воскресеньям и четвергам, или субботам, или средам. Вы не можете поднимать и сращивать людей только с кафедры. Им нужно твое посвящение. А чтобы давать людям посвящение, вы знаете, что надо? Время. Посвящение требует времени. Тут надо уже думать и жертвовать. Посвящение нужно время. Чтобы посвятить себя людям, надо время. И нужно находить время, чтобы посвятить себя людям. Время, которое ты проводишь со своими людьми, которые ты взращиваешь и поднимаешь, это не зря проведенное время. Это не напрасное время. Это время взращивания. Следующий принцип. Будьте порядочными с людьми. Покажите им пример порядочности. Через вашу святую образ жизни, порядочный образ жизни, праведный образ жизни, вы воспитываете людей, вы взращиваете ваших людей. Покажите им порядочность. Покажите им человечность. Покажите им праведность. Покажите им, что можно ходить свято, праведно, порядочно. Даже когда люди только наблюдают за то, как вы ходите, порядочно, это больше говорит им, чем все проповеди, которые вы им считаете. Играет роль уже, чтобы воспитывать людей, поднимать и взращивать людей праведности и порядочности, важен уже твой характер. Ты должен воспитывать в себе очень хороший, порядочный характер. Качество в себе воспитывать хорошие. Святость в себе воспитывать. Плоды духа у тебя должны быть. Только плоды духа и сколько плодов духа у тебя есть, определяет, сможешь ли ты ходить праведности перед людьми, которые ты воспитываешь или нет. И когда ты сможешь это делать, тогда ты можешь быть уверен, что твои люди тоже будут ходить праведно, когда они уйдут от тебя. Следующий принцип. Ты всегда должен ставить перед людьми, кого ты воспитываешь, цель. Ты всегда должен ставить планку, цели перед людьми, кого ты поднимаешь, взращиваешь. Ты всегда должен им сказать, к чему они должны стремиться. Помогать им определить свои цели в жизни. Помогать им подняться с одного уровня на другой. Помогать им понять, что они могут достичь еще выше уровня, чем у них сейчас есть. А чтобы у вас это получилось, чтобы вы могли видеть и определить уровни для других, вы должны быть самим человеком высокого видения. У вас должно быть великое видение, больших видений, больших целей, самим. Вы сами должны быть людьми большого видения, больших целей, большого стремления. Потому что ваши воспитанники или ученики, им будет тяжело подняться выше, чем своего учителя. Вы не сможете ожидать, что ваши люди поднимутся выше вас. Только вы, если вы не будете людьми высокой цели, высокого видения, то ваши люди не смогут подняться выше вас. Тем выше вы поднимаетесь, тем выше вы их тянете с собой. Если вы отказываетесь подниматься, иметь больше и выше, выше цели для себя, вы не поднимаетесь, то вы не можете видеть, какую высоту тянут другие. Вы не сможете поднять другие на следующие ступени. Вы не видите никакой ступени, потому что вы сами не видите никакой ступени. Вы сами никакой ступени не идете. И вы не способны поднять их туда, куда вы еще сами не были. Так что вы не можете, никто не может понять других туда, куда он сам еще не пришел. Вы сможете только проводить людей туда, куда вы уже сами побывали. Следующий принцип. Научите ваших людей иметь влияние или быть лидером. А чтобы иметь влияние или чтобы научить людей иметь влияние, вам самим надо быть человеком влиятельным. То есть, вам самим надо быть лидером. Влиятельным, результативным лидером. Теперь два совета для вас лично.
Если вам удается поднимать других людей, если вам удается тянуть за собой людей, и люди идут за вами, слава Богу, или когда вы начнете иметь влияние на людьми, и люди начнут идти за вами потихоньку, всегда задавайте себе такой вопрос. Всегда задаете себе этот вопрос. Надо постоянно, сколько бы вы ни жили, вы должны всегда задавать этот вопрос. Что я делаю? Трою ли я, взращиваю ли я людей, поднимаю ли я людей, помогаю ли я людям состояться, или я строю свое служение, или я поднимаю себя, свой авторитет. Поднимаю ли я этих людей, или я только свой имидж поднимаю. Если вы только свой имидж поднимаете, только свое служение вы строите, тогда у вас не будет награды на небе. У вас может быть награды здесь на земле, но не на небе. Но если вы поднимаете людей, помогаете им состояться по-настоящему, у вас будет награда и здесь, и на небе. Именно поэтому следующий совет не очень необходимый. Именно поэтому вы не должны быть робкими с людьми, чтобы им не сказать и не конфронтировать с ними, когда они делают что-то неправильно. Не будьте робкими с людьми так, чтобы не конфронтировать их, чтобы не облегчать их, чтобы не исправлять их, когда они что-то делают неправильно. Потому что если вы будете робкие, что достаточно, чтобы не конфронтировать, чтобы не облегчать их, чтобы не исправлять их. Если вы не достаточно смелы, чтобы это делать, значит, вы не достаточно любите их, чтобы стать отцами им. Потому что кого отец любит, того он наказывает. Чтобы стать отцами для них, вам надо быть достаточно смелыми и любящими, чтобы облегчать их, когда вы знаете, что они что-то делают неправильно. Чтобы исправлять их, чтобы облегчать их, и чтобы наказывать их, если надо будет. Если вы будете стесняться этого дела, если вы будете смущены это дело, или слишком робкими этого дела, тогда вы не достаточно любите, чтобы быть отцом. Отец любит так, что он свободен наказывать. Кого отец любит, того и наказывает. Облегчает и так далее. Следующее, что я вам дам совет. Самая большая ошибка людей, особенно проповедников, которые стараются поднимать других людей, и они часто обижаются, и часто расстраиваются, что у них не получается, или что они ушат, и вроде бы их люди не слушаются им, или не делают то, что они просят, или то, что они ушат. Самая большая ошибка таких проповедников. Я был таким, я знаю, я прошел этого сам. Я знаю, что многие такие молодые проповедники, вы всегда расстраиваетесь на то, что люди не делают то, что вы просите. Они не такие, как вы, и так далее. И самая большая ошибка таких проповедников, или таких людей, или бизнесменов, или кто, неважно, это потому что мы стараемся убедить людей, уговаривать людей, доказывать людям о наших ощущениях и передать им то, что что мы хотим передать им, но идеи, слова, то, что мы хотим передать, истину. Мы доказываем, ошибка в чем заключается? В том, что мы всегда перещелкиваем это. Мы ставим слишком много внимания, слишком много ударения на то, чтобы донести до них, что мы недостаточно, или даже забываем, что на самом деле самое эффективное, самое действенное влияние на людей, это не то, что мы говорим. Они хотят знать, насколько мы заботимся о них. Мы увлекаемся, чтобы доказать им, что насколько хотим передать влияние, мы настолько хотим передать истину, мы настолько хотим, чтобы дошло до них то, что мы говорим, что мы часто это делаем и слишком много влияния на это тратим. Мы начинаем бить их, начинаем говорить, что то, что мы хотим передать им, чтобы дошло до них. Но на самом деле, они уже не слышат. Они уже тебя не слышат. Они хотят только видеть твою любовь, твою отношение, твою заботу. For то, что больше всего действует на людей, это не то, что мы говорим. Заметьте это себе.
Это как мы к ним индивидуально относимся. Потому что мы проповедники, мы всегда думаем, что я должен говорить больше, значит. Если он не делает, значит, он не будет. Я должен говорить больше. Нет. Они вас слушают, но не слышат. Они уже не воспринимают то, что вы говорите. Они хотят видеть ваши дела, ваши действия, ваше внимание на них. Чтобы вы гладили им голову как-то, прижимали их, обнимали их, заботились о них, поговорили с ними по-доброму. Когда вы поднимаете людей, это значит, вы общаетесь с ними, не просто зал, но те, которые вы взращиваете, то есть с кем, которые вы имеете личные отношения. Что люди больше всего ценят в нас и в лидерах? Это не наше умение говорить, не наши помазанные слова или учения. Люди больше ценят в нас. Они это ищут постоянно в нас, чтобы мы умели их слушать, чтобы вы слушали их. Все хотят, чтобы кто-то вы слушали их. А очень часто мы настолько увлекаемся, чтобы им донести что-то, чтобы доказывать им что-то, чтобы говорить им то, что мы хотим говорить, что порой некогда нам слушать их. Люди хотят, чтобы вы их слушали, чтобы их послушали, чтобы им дали внимание, чтобы им дали почтение быть выслушаны. Но наша проблема, друзья, мы увлекаемся слишком тем, что мы хотим им передать, что мы постоянно хотим доказывать им что-то, и мы получаем часто обратную реакцию. Это первое, что люди очень ждут. Поэтому порой не надо нам говорить больше, надо просто слушать. Следующее, что они ждут. Люди ищут от нас больше всего не наши таланты, не наши красноречивости. Знаете, что они ищут? Они ищут от нас, и ждут от нас уважение, почтение с нашей стороны к ним. Настоящий лидер понимает, что одно, что я говорю, одно, что они от меня слушают, или что я хочу донести до них. Но иногда им надо еле меня слушать. Им надо мои реакции, мои отношения. Так что вы, как лидер, давайте людям почтение, давайте людям уважение. Дайте, чтобы они знали, что вы уважаете их. Потому что если вы только учите их и доказываете им факты, они начинают подсознательно думать, что вот, посмотри, он думает, что он лучше всех нас, мы все дураки, а он все знает, а он такой умный, Это вон или вон, они начнут так думать. Это все человеческая натура. Вы, лидеры, отметьте это. Не всегда вам надо говорить. Не всегда вам надо просто донести ваши мысли. Не сосредоточьте на то, что вы хотите донести. Сосредоточьте внимание на то, что они хотят от вас. Поэтому замешайте людей. Уважайте людей. Выслушивайте людей. И третье, что люди всегда ждут от вас. Вы можете рассказывать им, что хотите, проповедовать им, что проповедуете. Они уже все вас слышали, то, что вы хотели им сказать. Либо они не поняли, либо они поняли, но они не делали. Почему? Потому что они хотят от вас, знаете что? Понимание. Иногда мы проповедники или лидеры хотим только донести наши точки зрения до них. Мы начинаем говорить одно то, что мы хотим, наши эмоции, наши мысли, наши истины великие, наши откровения. То, что мы хотим от них, требования к ним. Они хотят говорить, но он же не знает, чем я живу. Они ищут от нас понимание, чтобы мы подошли по-человечески. Задавали простые вопросы. Как твои дела? Как семья? Как жена сегодня? Как дети? Как дела с детьми дома, на работе? Иногда они хотят, чтобы мы пришли в естественный мир. Как супруга? Как жена? Только люди увидят, что вы стремитесь понять их, как только что люди увидят, что вы стремитесь понимать их, что вы даете им почтение, что вы слушаете их, у них сразу появляется сверхъестественная мотивация, силу, подъем, прилив силы, делать большего, выполнить больше, совершить больше. И тогда у них появляется заинтересованность. Понять то, что вы хотели им сказать. Понять и выслушать ваши точки зрения.